В матче 1/32 финала Кубка Англии Ливерпуль уступил Вулверхэмптону со счетом 1-2 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе Молиньо. Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. На 38-й минуте матча счет открыл Рауль Хименес, которому ассистировал Диогу Жота. Счет 1-0. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Диво Кариги. Счет 1-1. Но всего через несколько минут Волков вывел вперед Рубен Невиш, спас Рубена Винагре, счет 2-1, этот гол оказался победным. В этой встрече травму получил защитник Ливерпуля Диан Ловрен, который был заменен на 6-й минуте. Матчи стадии 1/16 финала пройдут 16 февраля в чемпионате Англии Ливерпуль, набрав 54 очков. Занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Вулверхэмптон 29 очков, находится на 9-м месте.
Champions never die. Through it we survive and finally arrive. As the clock ticks, watch our elegance. Stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah. As the clock ticks, watch our elegance. Stand strong, this is it. Are you built for this? Yeah.